сорт сверхострого перца Carolina Reaper. Этот сорт относится к виду Capsicum chinense. Он был занесен в книгу рекордов Гиннесса как самый сверхострый перец на данное время, который имеет остроту от 1 миллиона 200 тысяч до 2 миллионов 200 тысяч по шкале Сковеля. Это очень и очень острый перец. Вот такие вот некрупные плоды. Они имеют размер 3 на 3 сантиметра. Морщинистая плоть у них. Срок созревания такого перца от 120 дней до 270. Сегодня 8 октября. Вот они у меня только-только начали созревать. Чем выше на кусте плоды, тем они мельче. Чем ниже, соответственно, тем они крупнее. Вот плоды. Они крупные здесь. Они растут в развилке. Вот один растет очень крупный. Вот в нижней развилке тоже очень-очень крупный. Потому что по стволу поднимаются питательные вещества, доходят до этого перца. И все самое лучшее достается ему. Потом дальше идет еще одна развилочка. Вот она. И этот перчик тоже получает самое лучшее. Если плоды у вас изменили немножко форму, но они находятся в развилке, это не значит, что они переопылились или что-нибудь. Это значит, что они жируют у вас. Чем выше плоды, тем они, соответственно, мельче. Особое отличие Carolina Reaper от других перцев – это цвет ствола. Вот если посмотреть, он темно-темно-темно-зеленый. И вот с таким вот краплением, как бы темно-фиолетовым, почти черным, такие полоски по стволу идут. Вот посмотрите на листья, посмотрите, какого они цвета, темно-темно-фиолетового. Вот еще листочек, вот здесь вот в развилочке видно, это их такие небольшие полосочки. Это растение имеет вот такую вот окраску ствола. Остальные сверхострые сорта имеют просто зеленый ствол. Этот перец следует высевать на рассаду где-то с 5 января. Почему? Потому что срок созревания у него очень-очень большой. 270 дней, как бы это очень много. Тем более, если вы будете выращивать его в открытом грунте, это уже, грубо говоря, конец октября, вот он начинает созревать. Он к концу октября созреет полностью весь. Часть плодов еще вот находится в таком вот оранжевом состоянии, как бы он еще не дозревший. Я уже говорил, что он созревает от зеленого, потом оранжевый становится, а потом уже в конце он становится такой вот темно-красный. Высота такого растения может достигать до 1,5 метра в высоту. От метра до 1,5 метров. У меня этот кустик где-то в пределах 70 сантиметров. Не, даже мне кажется меньше. Где-то сантиметров, наверное, сантиметров. Ну, до развилки сантиметров будет, наверное, 30. А так, сам куст был в пределах 70-80 сантиметров. Так как он у меня был обрезанный, у него верхушки нет. Вот верхушка полностью срезана, чтобы он быстрее дозрел. Перчики вызрели у нас. Такие вот красавцы. Морщинистая плоть у них. Они тонкостенные. Единственный недостаток этого сорта в том, что у него очень мелкие плоды. И чтобы сделать, к примеру, бутылку 200 мл хорошего соуса концентрированного, нам понадобится около 100 плодов. 100 плодов это где-то в пределах, может быть, 5 кустов. Это что получилось? 200 мл. И второй недостаток это то, что он созревает очень и очень долго. Для этого понадобится нам больше 200 дней. Если будете выращивать такой перчик у себя на подоконнике, высота кустика не будет превышать 50 сантиметров. 50 сантиметров, как бы это не сильно много. И у вас будут вот такие вот красавцы. Перчик любит хорошо покушать. Ну, главное не переусердствовать, чтобы не перекормить его. Большая часть плодов бывает меняет форму не из-за того, что они переопылились, а из-за того, что вы их перекормили.
Вот примеры, как здесь вот видно. Вот хотя здесь жало есть, но он такой толстый, толстячок. Значит, хорошо покушал. И вот это тоже точно такой же. Все, которые находятся вверху, все получают меньше питательных веществ. Соответственно, они мельче.